Да я так. Подписывайтесь на новые видео. У нас на YouTube появились новый раздел. Называется «Спонсорство». В нем мы выкладываем такие разные видео про то, как что-то настраивали или кому-то что-то показывали, то, что у нас не вошло в основные видео. Разбор там каких-нибудь настроек, которые кто-то просил, но оно не входит в общие понятия видео. Ну или так, что-нибудь, то, что мы не можем выкладывать в общий доступ. Уберите камеру без комментариев, блин. Как работаем, что делаем. Ну, в общем, и так далее. Как чего-либо настраиваем. Так что заходите, смотрите. Иногда там будет какие-нибудь спонсоры этим видео по настройке именно непосредственно с места. Либо настройки какого-то оборудования по просьбе кого-то. То есть именно вот как консультация, как что-либо сделать, то есть специфические видео, либо обрезки какие-то, либо то, что мы снимали, не получилось сделать, либо не успевали снять то, что не выходило у нас. Соответственно, будут выпускаться какие-то, так скажем, отдельные уже стримы, которые не входят в общий план канала, такие типа попиздобулить. Там будет еще больше Павла Ивановича. Иди кабель покажу лучше. Паша только что захуячил одну вторую 80 метров. Я могу. Что вы там приближаете?